По итогам трех месяцев первого квартала мы имеем рост по вине пьяных водителей, поэтому дополнительно проводим данное мероприятие. Проверяем по базам, проверяем по всем информационным массивам на наличие водительского, лишен, не лишен, в большей степени тщательно проверяем на состояние алкогольного опьянения. Прислуга, Вестина, город Ивангород, тогда вместе со мной идут Бывшев Андрей Александрович, Дмитрий Николаевич Киценко и Романов Андрей Александрович, Хомут Александр Романович. Вот тогда обращаю ваше внимание, самое главное, вежливое обращение, корректное с гражданами, какие бы они ни были в таком бы состоянии, вежливое и корректное, исключать все конфликтные ситуации, о всех конфликтных ситуациях сообщаете незамедлительно, использовать по максимуму доказательную базу в виде фото-видео регистраторов, исключать все конфликтные или провоцирующие ситуации. Всем понятно? Применение проблесковых маячков для привлечения внимания. После того, когда сажаете в машину, осмотр человека, особенно того, кто в неадекватном состоянии, на наличие колющих режущих. Все, тогда по машинам. Здравствуйте, дорожно-патрульная служба, старший лейтенант. Нет, проводится профилактическое мероприятие нетрезвый водитель в рамках данного мероприятия. Еще вроде рано причащаться. Ну, кому как. Разные бывают. Документы приготовьте, пожалуйста. Законно? Абсолютно. Вы думаете, данное мероприятие может быть незаконно? Ну, починим. Машина запрещена, вещи 5 минут есть, оружие на точке. Камень запросит, подарок, что просит подарок. Все, доеду до окраина еще. Мост проходим. Есть. Хорошо принял, мы тогда в острове стоим. 2-0. Прошу прощения, а вы выпившие, да? Выпивали? Сибирский район. Вечером на рыбалке был. А выпили, да? Да. Тут, как вы думаете, прибор покажет сейчас? Ну да. Я не знаю. Ну вы согласились пройти? Да. С вами три варианта. Пройти медицинское следствие на месте, отказаться от прохождения медицинского следствия, либо поехать в больницу. Вы сказали, что вы будете продолжать на месте. Проверка, да. Проверка прибора, содержание 0. Будет сигнал, полный, легкий.
легкие воздуха и продуваете в приборчик. Я вам скажу, когда начинает продувать. Дуйте. Сильнее. Все. Содержание алкоголя 0,322. Допустимое содержание 0,160. То есть превышение почти в два раза. Половина чека я ему отдам, половина чека останется в материале дела. И с результатами освидетельствует, то есть то, что вы дули. Не я дул, не другой посторонний человек. Согласны, не согласны. Будьте добры, дойдемте до патрульной машины, пожалуйста. Да я понял. Не, одну секунду. Присаживайтесь в патрульную машину, пожалуйста, я вас прошу. Где же вы так отдохнули-то? Да вот здесь, в услуге отдыхаем. Ну, часто вы едете не в услуги. Ну, с деревни ложится. Андрей Анатольевич, спиртного употребляли много? Нет, не употребляли. А, то есть вы вообще не употребляли, да? Почему тогда тут такой исходит резкий запах алкоголя? Не подскажете, почему? Нет. Товарищ старший лейтенант. Слушаю вас внимательно. Переговорить мы можем с вами? Я вас слушаю. С глаз на глаз. Мы с вами находимся в патрульном автомобиле, говорите, в чем проблема? Да, я понял, конечно. Ну, так а в чем проблема-то? Ну, просто вот я вижу, что сейчас товарищ меня снимает на камеру. Ну, снимает на камеру, да, в чем проблема? Ну, это как бы мне не нравится. Ну, извините, запретить я ему тоже не могу. Так, скажите, Андрей Анатольевич, вы ранее привлекались? По статье 12.8, 12.26. Да, было. Давно? Нет. И... Ну вот вы Кингисе ПРФ, да, там или как там? Да. Да, ну, да. Вы даже все знаете, уже видите. А, ну, я все понимаю, но сейчас не могли бы вы там, ну, заснять какое-то другое правонарушение там на данный момент? Ну, мы снимаем полностью всю работу ГИБДД, поэтому... Не, ну я все понимаю, да, что это как бы это абсолютно там ваше право, которое вы используете сейчас в данный момент, но просто сейчас не могли бы вы там выйти из машины? Птицефабрики. У него доверенность, у него путевки нет. Ну, я думаю, что... Фото, все, что есть, потом это выйдет. Андрей Анатольевич, мы, во-первых, находимся при исполнении своих служебных обязанностей. Я все понимаю. То, что вы предлагаете, это уголовно наказуемое деяние. Вы, думаю, это тоже прекрасно понимаете. Ну, ребят, все люди, все человеки, все друг друга понимают. Как так? Это все дело, как так? Это наша работа. Сегодня проводится профилактическое мероприятие нетрезвого водителя. Вы прекрасно должны были понимать. Все, я... И тем не менее, поехали. Это мой хлеб, мне семью кормить, ипотека, ребят. Секунду, положение, пожалуйста, да. Мужики. А в какое положение мы должны? Мужики, серьезно, я не могу, это... Надо край, все. Мужики, серьезно. Так, 10, 11, 89. Подождите, не трогайте инспектора. Руку не трогайте инспектора. Мужики, пожалуйста. Серьезно.
Я понимаю, ну все. Скажите, а зачем вы сели за руль в таком состоянии? Ты вот сел за водой, зачем? Водой. Воды не хватило. Воды не хватило. Воды. Вот поехали до родника. А вы ехали откуда-то, просто отдыхали, да? Ну, мы ехали просто, да, он должен был нас довезти. А что такое? Ну, признаки опьянения. А откуда вы ехали? Мы вот буквально зря не ехали. Я понял. Ну вот мы вот с девочкой, да, мы вот ехали гулять как раз, и вот он нас вез. Съездили? Не съездили. Не съездили. Не, ну мужики, ну, не, ну серьезно. Мне на работе все, мне край, ну, мне. Вы изначально понимали, что садясь за руль в таком состоянии выпившем, то что вас могут поймать? Да нет, ну понимаете, думаю. Я говорю, вы осознавали этот момент? Не, ну мужики, ну не, ну пожалуйста, ну серьезно, ну не, ну честно, ну никак, ну не оформляйте, ну серьезно. Ну, а не, почему ребят, мы вас должны не оформлять? Ну это мой хлеб. Садясь за руль, вы осознавали, что вы в таком состоянии поехали? Я семью кормить не смогу. Я говорю, садясь за руль в таком состоянии, вы осознавали этот момент вообще, нет? Нет. Почему? Вас уже оформляли. Раз. Ну это было. Да какая разница, так, когда это было? Так, Антон, что, место работы официально имеете? Да. Как правильно звучит? ОАО, Ростерминал Уголь. Ну не, ну, товарищ офицер, ну, ну, не, ну, мы серьезно, мужики, ну хватит. Ну не. А хватит это что? Ну мужики, ну не, ну пожалуйста, ну мне никак, меня с работы уволят, понимаете? Ну, вы сами выбрали этот путь. Сами. Не, ну, мужики, ну, серьезно, вы, ну, блин, мужики же... Все за руль в состоянии опьянения, вы сами выбрали этот путь. Не, ну, мужики, вы должны же понимать, ну, серьезно, нет, все, я хорошо, я развернусь, уеду там, все. Нет, давайте решим, ну, там, ну, нет, ну, блин, мужики, пожалуйста. Мужики, ну, серьезно, ну... Мне без прав, все, мне без прав не жить. Ну, что ли, громко не говори. Работу всегда можно другую найти. Мужики. Ну, пожалуйста, мужики. Не, ну, мужики, ну, серьезно. Ну, мужики. Что мы должны сделать-то? По вашему мнению. Ну отпустите. Почему? Почему мы вас должны отпустить? Потому что вы останетесь без работы. Мужики. Ну пожалуйста. Я говорю, почему мы вас должны отпустить, скажите? У меня жена гражданская. Ну, я не буду говорить, что там беременна, потому что не беременна, но, блин, ну планируем. Ну, я могу сказать вам много вещей всяких разных. Я женат, он женат, у него маленькие дети, у меня дети, которые бегают по дорогам, по улицам ходят. А вот такой водитель, как вы, можете прекратить да их не бег. А нельзя как-то это решить, я не знаю. Нет, такое не решается в Кингисеппском районе. То есть никаким образом. То есть если у него есть признаки алкогольного опьянения, кингисеппские полицейские взяток не берут. Мужики, ну блин, ну пожалуйста, блин, ну нет, ну мужики, ну серьезно. Я буду падать. Так, Андрей, еще раз спрашиваю. Проходим на месте, либо алкогольное опьянение. Едем в больницу, либо вы отказываетесь. Просто у нас процедура просто она будет по-разному. Нет, как раз для этого идет фиксация, чтобы не было нарушений ваших прав. Они контролируют нашу работу, а не вашу. Да. Ваши нарушения. Вы очень хорошо контролируете работу, молодцы, ребят. Но, пожалуйста, снимайте другие правонарушения. Я не хочу, чтобы меня снимали. Мы все правонарушения снимаем. Я еще управлял там уже Chevrolet Cruze, которого имеются пока признаки алкогольного опьянения. Вот тут управление устраняется. Так, от подписи Андрей Анатольевич отказывается.
Так. Телефончик контактный ваш можно? Нет. Пройти освидетельствование на стене алкогольного опьянения согласно на месте? То есть наш прибор, алкотестер. Но я думаю, вы уже с ним знакомы, скорее всего. И давайте хорошо посмотрим лицензию на прибор и прибор должен проверяться в течение каждого месяца. Проверка прибора. Анализы. Один раз в год она проходит. Никакой не месяц. Вы путаете. Проверка прибора проходит один раз в год на стационарном посту ГИБДД. В присутствии сотрудников экспертизы медицинской и так далее. Но на данный прибор должна быть Андрей Анатольевич, все, что должно быть на данный прибор, вот я вам предоставил. Ни больше, ни меньше, поверьте. Батарея должна быть опечатана на приборе и опломбирована. Не батарея. Обычный пачка, потому что не заряжается постоянно. Вопрос в дальнейшем. Проходить будете на месте освидетельствования, либо нет? Нет, мы едем в больницу, все просто. Да, блин, конечно. То есть на месте через прибор, через трубочку. Вот. Трубочки запечатаны, я могу даже в этом убедиться. Столько запечатаны. То есть на месте проходим. Еще раз говорю. Андрей Анатольевич, проходим на месте? Да. Все, слышали? По сигналу, я скажу, трубочка стерильная, готовность будет в течение 3-4 секунд на полный ключ. Соответственно, если выдох не будет достаточно сильным, прибор не зафиксирует и будем делать еще по сигналу. Сильнее, сильнее. Содержание алкоголя 0,948 мг на литр выдыхаемого воздуха. Это превышает в 6 раз допустимую норму. От подписи в протоколе дачи объяснений отказывается. Андрей Анатольевич, давайте объяснение согласны в протоколе? Нет, ничего нет. Соответственно, от подписи тоже отказываетесь, да? Задержание транспортного средства. От подписи тоже отказываетесь? Mm-hmm. От подписи отказался. Uh-huh. А причина есть какая-то вообще? А может быть сотрудники полиции неправильно что-то делали? Ну, по вашему мнению. А они правильно все сделали, нет? Ну, по их работе. Этой оценки работы сотрудников полиции я не могу никакой дать на данный момент. Как произошло все, так произошло, это их дело, и как все происходит, там, пусть они решают. Доброго вечера! Пойдем в машину поговорим. Да нет, я тут здесь. Не заметил. Что вы сейчас делали? Вот скажите, что вы сейчас делали? Извините, из рук моих выпала там бумажка сейчас на данный. Куда она выпала? Если она задела вас, извините, пожалуйста, там, не хотел вас задеть. Приношу извинения сотруднику все, ДПС. Хорошо. Документы все забирают. Документы забирайте, пожалуйста, с машины. Ценные вещи забирайте с машины. Где находитесь? Ой, Слуга.
Присаживайтесь. Задержали, что вы в нетрезвом состоянии, да? А вы были за рулем? Нет. Нет? Луж ты. Момент, а мы тогда в город. Основание полагать, что господина Рудневского имеются признаки алкогольного опьянения. Соответственно, составлен протокол отстранения. Видели меня за рулем? Я не отказываю, что я трезвый. Вы согласны пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте через наш прибор алкотестер? Согласен. То есть вы прибор будете продавать? Да, буду. Но за рулем я не находился. Что в приборе отсутствует нуля. Присутствие понятых согласились пройти. Ну, понятые пускай дышат. Нет, вы нет, только что нет. Изъявили желание пройти на месте следствия, Александр Сергеевич. Другой человек был за рулем. Мы сейчас говорим я о том, что... Я за рулем не сидел. Мы говорим сейчас о процедуре оформления. Вы только что дали согласие присутствия понятых о прохождении... Ничего, ну я тебя отдыхну. Да, я пьянствовал. Я с кабака вышел, говорю, да, я пьяный. Почему я должен дышать в эту трубку? Это ваше право. Вы только человек... Вы можете не дышать. Мы можем проходить в больницу на медицинское. Вы можете отказаться, это ваше право. Поехали. Еще раз спрашиваю, вы будете проходить все эти состояния? Нет, я не буду. Я за рулем не сидел. Сидел человек другой. То есть на месте вы не будете? Кстати. Нет. Сидел человек другой за рулем. Все. Товарищ Пенитный, слышали? Слышу. На месте отказал. Вещи какие-нибудь есть? Оружие, наркотики, взрывчатые вещества. Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, спиртные напитки какие-нибудь сегодня употребляли? Нет. Уверен? Да. Пройти освидетельствование, согласны? Освидетельствование пройти, согласны? Продуть прибор? Нет. Почему? Находитесь на территории Российской Федерации, где-нибудь регистрировались? Да. На территории Российской Федерации давно находитесь? Да.
где-нибудь регистрировались, еще раз спрашиваю, это миграционная карта, регистрационные документы. На переднее пассажирское, пожалуйста, присаживайтесь сиденье. Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Согласны продуть прибор, алкотектор? Здесь написали. Согласен, поеду. Если не поедете, не хотите ехать, не поеду, не согласен. Ничего другого, то же самое, все меры одинаковые. Только единственное, что вы сокращаете свое время. Поедете или не поедете? Ждут люди. Пройти медицинское освидетельствование? Согласен. Или не согласен? Писать будете? Пишите. Согласен или не согласен? Пройти медицинское освидетельствование? Если согласен, то пишите. Согласен. В больницу ехать. Если не согласен, значит не согласен. Значит, оформляем протокол, то, что вы не поехали в больницу, и все. Ничего, дальше ждем, пока вас пригласят на комиссию. Отказываетесь? Отказываетесь. Пишите слово «отказываюсь». Слово. Роспись. Вот здесь вот за копию, это копию протокола, роспись. Здравствуйте, дорожно-патрульная служба, старший лейтенант. Ваши документы, пожалуйста, будьте добры. По-моему, всё, телефон и документы. Да. А машина-то чья? Может, страховочка понятно. Есть там или еще что-нибудь? Проживаете где, в Услуге? Нет. А где? Где? Кохни. Здесь? Да. В командировке, на рыбалке? Да я приехал, нет, к родителям. Сейчас, честно, проверим по базе. Аварийку включите. А вы не отдавали? Давайте, посмотрим. Извините, а вы выпивали, нет? Нет. Трезвые, да? Да. Страховочка есть? Да, конечно. Вот она. Так, это просто? Алексей Вячеславович, еще раз прошу, продувать будете или не будете? Да. Хорошо. Будем хорошо. Продувать. Так, Алексей Вячеславович, вот трубочка запечатанная. Смотрите. Сергей? Евгений. Евгеньевич. Извините, мне что-то показать. Квартал рев рыбы. Сейчас, секундочку. А, смотрите, здесь сидит человек, водитель вот данной автомашины, который вот находится слева вот от нас. Есть основания полагать, что он что-либо употреблял. Из спиртных напитков. В вашем присутствии, Алексей Вячеславович, продуть прибор согласны? Вот. Да. Открываю. Кнопочка открывает. Согласны? Согласны? Громко скажите, согласны? Да, да, да. Сейчас в вашем присутствии продует, что покажет, то покажет. Может не покажет, может покажет, бог его знает. Включаем так. Прибор, который сам себя тестирует. Показывает нулевой результат. Да мы вообще, это будет полная беда. Из полных легких в трубочку. Трубочка стерильная, сами видели, запечатанная. Хорошо? Да. По сигналу, когда я скажу вам. Воздух набрали? Выдох. Дуйте. Дуйте, вы не дуйте. Хватило, этого не хватило. Потому что этого не... Хватило. 0,940 тысячных миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Акт. То, что вы сколько продули и сколько показало. Вот показания прибора.
Вот они, 0,940. Это сколько вы надули? Лучше пускай снизу пишет. Здесь, здесь. Здесь дальше поставьте, пожалуйста, да. И вот здесь вот за копию. Где? Вот здесь вот, да. И что выпивать? Согласен. Что вы это писали, что потом не говорили, что это не выписано, а еще что-то. Здесь то, что вам позвонит, когда она будет приехать по решению. Здесь то, что в отношении вас составлен протокол. Надо было гнаться за машиной, как вы говорите, а что, садиться за руль. Что мне делать? Ну попросить кого-нибудь, чтобы все другое, кто-то за руль трезвого. Кого? Без понятия. Снимай, снимай. Это моя собственность. Она, наверное, задержана, да? Я с другой. Я с другого города. Я не дам. Вы лишаете меня прав, да? Прав я не лишаю вас. А что вы делаете? Вы отбираете у меня автомобиль. Если будет мешать, то будет мешать. Вы отобрали уже автомобиль. Там машина задавлена. Я адекватен. Ты чего? Ясное дело, что все. Я не отдам. Машину. Я машину. Давайте не будем. Вот не будем. Алексей. Ну, дайте мне пройти к своему автомобилю. Не надо туда идти. Почему? Почему вы мне препятствуете? Здесь, или еще что-нибудь почему такое? Вы препятствуете все. Мне? Потому что не надо на дороге находиться. Препятствуете вы. Исполняя нами должностных наших обязанностей. Я иду к своему автомобилю. Не надо взять сигарету в автомобиле. Выбирать сигарету. Да. Немного чего надо взять. На каком основании вы? Вам уже объяснили. Я не могу. Я не могу отдать вам автомобиль. Забирайте сигарету. Я не могу вам отдать автомобиль. Вы хотите взять сигарету? Да. Возьму, возьму. Возьму. Хорошо. Ребята, молодцы. Тут записано? Какое? Все записано. Служба ГИБДД, туда-сюда. Все записано. Моя фамилия, имя, отчество, подразделение, звание, должность. Все записано. Контроля. Если бы платили бы за это. Нам платят. Так не, нам бы платили. А вас часто останавливают? Сегодня останавливали часто? Сегодня третий раз уже останавливают. Вот с Ломоносского района, пока мы до сюда доехали, третий раз. Здесь на въезде, да, два раза. Две машины там стояли, остановили. Повсюду, повсюду останавливают. Все, аккуратненько, пожалуйста. Счастливо. Недавно у хорошей приятельницы погиб случайно трагический сын, 19 лет, 25 числа. Он остановился на обочине поменять, не знаю, что-то там, залить жидкость или что-то. Пьяный ехал, пацан насмерть, просто. Угу. Вот, 3 числа будет, вот 9 дней. Ну, я очень категорично, имею двух детей, двух сыновей. Я за то, чтобы были вот эти рыбы. Как вообще вы дальше продолжить эту жизнь?
Ну да.